Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1331, события дня. Кто мне на небе с тобой ничего не хочу на земле? Псалом 72, 25 стих. За 8 августа 2019 года. Объявление. Затормозить можно курсором и просчитать при желании. Тут переписка. Семенова Вячеслава на работе изменения, нападки. И вот тут такая переписка, кто что советует. Главное, все молятся. Кратко. Прошедший день. Игорь Барабаш ждал отхода пшеницы. Сергей с Владимиром привозили на машине, потом поднимали наверх. Как распределяли, тоже будет, было снято, показано. А я с жуками боролся. Вот такой наш день. По-прежнему жара стоит.
Володя с огородом поливает. Все заняты. А мы вечером с Сергеем еще он лестницу притащил на Саманном, где Бурдезерис жил Алексей. Это гостиница, как считается, для мужчин. И там черемуху собирали. Собирался для друзей собрать бобы, оказывается, засохли, он говорит. Я пошел, правда, но я начал искать на грядке и нашел, вот ошелушил, пошлем. Некоторые не видели, как бобы растут, и гороху нашел, тоже засохший уже. Барабаш готовится к уборочной. Все на этом.